Во-первых, Индия новый член ШОС, и на этом саммите наравне с Пакистаном она впервые выступает таким полноправным участником. Во-вторых, китайско-индийские отношения очень важны в будущем. Их не зря называют отношениями 21 века. Это две самые крупные и самые населенные страны. И если сейчас на глобальную повестку больше влияют китайско-американские отношения, то, я думаю, лет через 30-50 это будут китайско-индийские отношения. Отношения Китая-Индии нельзя назвать простыми, скажем так, точнее их историю. И как раз Шанхайская организация сотрудничества — это та самая площадка, тот самый механизм, который поможет эти отношения вывести на новый уровень. Поэтому я бы выделил именно эту встречу среди двухсторонних. Кроме того, такая интрига этого саммита — состоится ли двусторонняя встреча лидеров Индии и Пакистана. Поскольку у этих двух государств отношения, история отношений еще более сложная, чем у Индии с Китаем. И как раз когда их принимали в организацию, все надеялись, и я думаю, это такой главный тестовый вопрос будущего организации, как Пакистану и Индии удастся воспользоваться теми механизмами, которые уже есть в организации. Я напомню, что организация ШОС была создана именно для решения вопросов безопасности в первую очередь. Так вот, как эти механизмы помогут им выстроить отношения в будущем?